Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеки. Ребятки, рябчик. Рябчик, рябчик. Рябчик императорский. А, смотри, пчелки работают. Рябчик. Рябчика у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 цветут, но разбросаны по участку. И рябчики наши каждый год цветут. Потому что жена каждый год выкапывает их. Когда отцветется, засохнет. Она выкапывает луковицы, засыпает опилками. И на чердак ставит. И до сентября месяца. В октябре сажает их. И потому они у нас и цветут каждый год. Рябчик императорский. Рябчики, 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 рябчики. Красиво. Красивые рябчики. И здесь, смотрите, рябчик. Это на родетке были. Жена на родетке посадила. И здесь рябчик. Ай. Солнышко. Рябчик, то детка, наверное. И это рябчик. Ай. Рябчик, красавец, да, ребят? Красавец рябчик. Это детки. Надо будет ее жену попросить, чтобы она посадила на одной грядке все свои рябчики. Тогда будет вообще красота. Это маленькие тюльпанчики зацветают. Красавцы. Красавцы. Ну, рябчик. Рябчик. Вот такой у нас, такие у нас рябчики. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока.